Григорий Гробовой, осужденный за мошенничество, вышел на свободу. Псевдоцелитель и лже-чудотворец, организовавший секту и обещавший за деньги воскрешать мертвых, отпущен из колонии, где отбывал 8-летний срок. Гробовой уехал из исправительного учреждения через 2 часа после того, как туда поступило решение о досрочном освобождении. У входа его ждали, но вопросы репортеров остались без ответов. Григорий Гробовой прославился на всю страну после того, как пообещал воскресить детей, погибших при теракте в Беслане. Себя он объявил вторым Христом. По информации следствия, создал целую пирамиду по возвращению умерших и исцелению тяжело больных. Его последователи в регионах проводили платные семинары, а процент с дохода перечисляли ему. В 2008 году Гробового осудили на 8 лет и назначили штраф в 750 тысяч рублей. Все деньги, как особо отметили его адвокаты, он выплатил. Видимо, сыграла свою роль и положительная характеристика из колонии. Осужденный принимал активное участие в художественной самодеятельности и даже сыграл в тюремной постановке роль Штирлица. Защитники настаивали, Гробовой раскаялся, все осознал и больше так не будет. Судьи поверили.